в нем какая-то топология, допустим, М, топология М в этом пространстве интегральной. Вот. И пусть в этом пространстве появились или есть две функции. Ну я напишу здесь вот F и Φ то же самое. F и Φ. Иначе. Вот. Она, как повторяю, в случае спектрального синтеза абсолютно такая же. Только там мы сделали для другой топологии. Здесь она вот. Это непростая задача. Ну, поскольку у Ньюмана Шапира все-таки это не доказано. Они сформулировали вот этот результат, что если мы с вами аппроксимируем функцию Фи вот в этой топологии M произведениями такого вида, то сопряженный оператор, вот то равенство, которое я написал, будет верным. Это необходимое достаточное условие того, чтобы вот то равенство, которое я сказал вам, имеет место. Вот. Итак, значит, возникает вот такая задача, которая имеет такое понятие необходимость и достаточность. Вот. Значит, что я хочу сказать, что оказывается, во мне в некоторых классах, скажем, это можно сделать, найти такое условие. Вот. Значит, я скажу, собственно, примерно такие результаты можно получить. А получить можно с помощью вот ортоподобной системы в классах аналитических функций, которые были развиты вот Валерием Михайловичем. Вот его метод позволяет решать такого рода задачи. Я сейчас это немножечко об этом скажу. Значит, итак, давайте это сделаем на вот этом пространстве Бармана-Фока. Вот эту вот результат, ту методику, которая, кажется, вот позволяет это сделать. Ну, давайте это класс H берем, с топологией, которую я уже писал. Две функции, функция F и функция Φ. И функция F делится на Φ. Делится на Φ. Вопрос, можно ли функцию F аппроксимировать произведениями Φ умножить на экспоненциальные функции. Но вещи из этой схемы я хочу более подробнее. Почему? Потому что многие, вот доказываешь где-то, не понимают, начинают этот класс. Ну, потом доходит до них. Вот. Значит, я сейчас скажу. Итак, наша задача состоит в том, что если функция f делится на φ, то ее можно в топологии этого пространства аппроксимировать вот этими произведениями этой функции φ на экспоненциальные функции. Вот мне хочется еще более конкретный результат, то есть более конкретную схему. Давайте возьмем в качестве φ z в квадрате. Это один из оппонентов так сделал. Возьмем в качестве φ z в квадрате. А в качестве f давайте возьмем функцию, но она не делится, конечно. Давайте возьмем функцию, если мы с вами попытаемся функцию z из пространства Бармана аппроксимировать вот этими комбинациями z квадрат на многочлены или на вот эти экспоненты, то нельзя z аппроксимировать вот этими вещами. Нельзя. Нельзя аппроксимировать в пространстве h z квадрат на вот эти многочлены. Это понятно, потому что предел вот этих вещей, ну, правда, у нас это интегральные вещи, но оттуда можно прийти и показать, что эта сходимость будет и равномерная компакта. Но z в окрестности нуля нельзя равномерно аппроксимировать z квадрат на многочлены, например, где z в квадрате на что-то. А здесь z. Нельзя аппроксимировать любую функцию в h, функции, которая не делится на z в квадрате. Не делится. Вот. Так возникает вопрос, а в какой же топологии z или другую функцию, которая не делится, можно аппроксимировать? Или вообще найти топологию, в
который любую функцию можно аппроксимировать, но не обязательно в топологии пространства H в данном случае, а хотя бы в каком-то, на каких-то областях. Вот, хотелось бы это посмотреть. Оказывается, это можно сделать. Вот таким образом. Значит, и нули эти выбросить, то в оставшейся области любую функцию можно аппроксимировать. Это очень серьезный вопрос. Значит, беря любую функцию φ с какими-то нулями, λ1, λ2, λk и так далее. Вот. И мы выбрасываем нули этой функции из пространства С. То есть получается С без нулей. То есть возникает другая область. И вот в этой области можно аппроксимировать любую функцию произведениями φ на ПЗ. Я бы хотел, чтобы имели это. Которая делит действительно функцию R. Функция φ z. У нее есть нулевое множество. Лямбда-1 и так далее, лямбда-катой. Ну пусть с конечностью, ну вообще время бесконечно. Вот. Z, это мы убираем, это. Мы хотим показать, что взявший функцию z в квадрате, эта функция у нас φ, вот это, в качестве L, ну, можно было сказать v, но поскольку это делится, значит, на другую функцию. Берем функцию z, любую функцию, которая в данном случае не делится на z в квадрате. Ну вот z мы берем. Тогда в топологии H, то есть в топологии вот, пространства Бардана-Фока, мы не можем эту точку z аппроксимировать произведениями φ на какие-то многочлены. Написано, значит, z на z в квадрате на многочлены z. Вот нельзя функцию z в топологии H аппроксимировать вот этими комбинациями. Почему? Ну, раз у нас топология интегральная, то здесь, конечно, это будет топология равномерная, и тогда точка z, если бы это было так, была бы, ее можно было бы аппроксимировать в точке 0 или в окрестности 0 вместе с 0. Вот такой комбинации. А это неверно. Z нельзя аппроксимировать в окрестности 0 вот этими произведениями. Это понятно, да? Потому что предел в этой функции z квадрат на что-то будет давать функцию, которая имеет в этой точке ну, кратность не меньше 2. А мы z аппроксимируем. Да и вообще любую функцию. Здесь вместо z можно взять любую функцию, которая не делится на функцию φ. И она не будет аппроксимироваться в точке 0 произведением такими. Иначе там будет появиться 0 за счет этого. Вот. Поэтому я говорю вот о чем. Что можно построить топологию, в которой это можно сделать. Вот давайте возьмем функцию φ, у которой нули, это вот эта самая функция, нули, ну вот допустим, λk. Что мы сделаем с вами? Из плоскости. Вот здесь я в этом случае я взял, выбросил 0. Ну, здесь, в общем, более в общем, там нужно систему какую-то выбросить. И вот тогда получается плоскость без нулевого множества функции φ. Так вот, в этой области можно аппроксимировать, это важный момент, любую функцию, делится она, не делится, на произведение z квадрат, умноженный на величину. Вот это действительно серьезный результат. Вырезаем этот ноль. Вот, остается область. Вот, ну у нас, поскольку это скалярное произведение, мы берем еще большую, как бы, от бесконечности. Вот компакт. И вот на этом компакте мы можем аппроксимировать функцию z, ну или другую там функцию, если здесь. Вот, и в интегральном виде мы сможем аппроксимировать z, вот эту функцию z, вот на этом компакте. Это как раз можно. Более того, я скажу. Когда мы делали этот доклад в Санкт-Петербурге, там были люди, которые занимались аппроксимацией. Они, по-моему, мне так показалось, всю ночь пытались доказать вот в этом смысле, что нельзя z аппроксимировать z квадрат на многочлены. Ну и потом все-таки они выяснили, что можно. Вот. Но на самом деле это результат вот, был получен там, потому что
любом случае. Да. Это далекое вообще не Красичкова. У него делилось всегда, когда можно поделить. А здесь нельзя поделиться. Да, значит. Значит, выбор области. Да. Значит, теперь я еще не до конца сказал. Итак, значит, есть функция, это аппроксимируется. Берем поменьше кружочек. Другой компакт. И здесь можно. И так далее, до нуля. То есть в каждом компакте, не содержащем ноль, аппроксимация есть. Понимаете? Mm-hmm. Вот. Вот эту топологию мы и, как говорится, будем использовать. А именно, значит, еще раз повторяю. Значит, функция z аппроксимируется z квадрат на многочлены вот в этой топологии. То есть на каждом компакте, не содержащем ноль, аппроксимация есть. Позволил доказать, что если функция делится на z квадрат, то она аппроксимируется уже не в этом топологии, а в топологии HC. То есть топология пространства Бармана-Фока. Если она делится, если не делится функция, то она аппроксимируется в этой вот топологии. В общем, это так, если прочувствовать, это понятно. А топология не зависит от радиуса маленького? Нет. Радиусов она разная. Да нет, топология-то в целом надо смотреть. Топология-то какая-то. То есть, вот вы знаете, что имеется область, и там какое-то пространство функций аналитических. И вы решаетесь аппроксимировать. Вы как делаете? Берете какой-то компакт, и на этом компакте аппроксимируете другой. Вот эту задачу. Значит, отсюда вытекает, что задача Бармана-Фока, задача Ньюмана-Шапира. Отсюда вытекает, что пространство H вы можете аппроксимировать, поскольку вы берете функцию, делящуюся на функцию φ, f. Мы же такое условие, помните? Вот. Эта функция делится, она аппроксимируется. А значит решение получается, значит, то равенство с интегралом получается. Значит, в каких еще классах можно умножать? Вот вообще я как теорему хотел сформулировать, но можно было бы взять вместо вот этих весов, e в степени модуль z в квадрате, добавить многочлены от модуля z, многочлены в какой-то степени и так далее. То есть это другие пространства возникают. Там то же самое. Эта теорема о приближении остается. Это раз. Второе. Мы можем взять, тоже очень важный момент, не пространство Бармана-Фока, а обобщенное пространство Бармана. Там то же самое. Все это получается. Вот. Ну, я скажу так, что здесь ничего, фактически, если так продумать, ничего странного нет. Здесь, в общем-то, все должно быть понятно. Вот. Какие вопросы я могу ответить, пожалуйста.